Всем привет! Сегодня я нарисую иллюстрацию с показа Артема Кривды, но прежде чем начать, я бы хотела немного рассказать о своих впечатлениях от самой коллекции. Как мне показалось, она была сделана в таком casual стиле, отражающем молодежную моду и больше уходящим в спорт. Объемные пальто, свободные рубашки, толстовки и футболки с надписями. Но что особенно мне запомнилось, так это яркие спортивные костюмы цвета фуксии, плюс такие же носки в тон, одетые под резиновые шлепки. Так что, ребята, кто говорит, что это Муви Тон одевает шлепки с носками, то вы не правы. Тем не менее, дизайнер не забыл про женственность, поэтому для девушек в коллекции присутствовали платья из бархата на тонких бретелях, которые сейчас очень, кстати, популярны. На некоторых рубашках и тех же платьях-комбинациях по краю было пришито кружево. Довольно часто встречался цветочный принт. На некоторых девушках-моделях были одеты высокие ботфорты на каблуке. Самое интересное, что этот показ вызвал действительно большой ажиотаж. Зал был полностью забит людьми, и даже кому-то из VIP-гостей не хватило места в первом ряду, из-за чего был небольшой инцидент. Под конец показа заиграла песня «Перемен» Виктора Цоя, и на подиум вышли все модели. Я думаю, именно эта песня и послужила источником вдохновения для дизайнера, потому что вся коллекция соответствовала духу и настроению этой музыки, и были соответствующие надписи на футболках и толстовках. «Наши сердца требуют перемен». Я решила взять вот эту рыжеволосую модель, она мне очень понравилась. К тому же здесь очень красивые бархатные сапоги-ботфорты, клетчатая рубашка с кружевом, а я его просто обожаю. Заодно и попробую его нарисовать. Я уже нарисовала предварительный рисунок и сделала набросок на маркерную бумагу. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying. Join the army of the shadow.